нами Александр Ковалев, победитель Кубка Беларуси по современному панкратиону, боец Академии ММА. Саша, расскажи, как для тебя прошел турнир? Ну, хорошо, я вот ехал, не было соревнований сейчас, профессионалам не хочется, потому что веса много опять придется гонять. Вот такой промежуточный турнир сделали. Не знаю, ехал, настраивался, ну, не знал, сколько людей было, будет. Ну так, приехал, 4 боя сделал, обрадовался, хорошо, подрался. Ну, нормально, выиграл. Ну, тебя так забросили в самое начало сетки, там у других было меньше боев, в принципе, чем у тебя. Да, я вот счастлив, что у меня больше боев. Мне все парни ехали подраться, кому-то меньше повезло, вот мне больше, наверное, всех, что больше боев взял. Ну, тебя так, по-моему, побаивались, когда увидели, что ты приехал. Вы знаете уже, Ковалев, все твои регалии. Не знаю, побаивались. Ну, может, побаивались. Как, нагрузку получил, что хотел? Да, вот, получил, что хотел, нормально. Подышал, продышался. Два боя соперника, два хороших было. Спасибо им. С тобой довольны? Все показал, что... Нет, не все показал. Ну что, еще бы хотелось добавить? Как-то хотел слишком ударить их, слишком техники. Ну, чуть-чуть полегче надо было. И все, все бы получилось. Чуть расслабиться. Слишком хотел зарядиться и выключить кого-нибудь. Но не получилось. Ну, ладно. Сейчас немножко будет время отдохнуть. Да, сейчас вот готовится наш боец Артем. Мы ему поможем до 15-го все вместе. И тогда, ну, будем отдыхать уже. Да, просто будем отдыхать. А потом увидим себя, наверное, на NFG. Да, в сентябре, я надеюсь, мне дадут бой. Я, ну, мне говорят, что дадут, так что я уже планирую туда, буду готовиться. Окей, спасибо, Саша, удачи, ждем новых побед. Спасибо большое.